Приветствую вас, дорогие мои. Сегодня я хочу сделать обзор вот такой вот колоды «Тайны старого леса», автор Лилия Габо. Это карта Оракулы. Она, так скажем, знаете, вот коньяк выстаивается для крепости, для улучшения вкуса. Вот также вот эта вот колода, она у меня почти 3 года вылеживалась, ждала своего часа. И вот прям сейчас, сию секунду, что-то стрельнуло, мне захотелось ее взять. И захотелось работать с ней. Тут у меня кусок моего кота лежит. Он любит, когда я беру карты в руки. Все время старается рядом пристроиться. Но так как это даже и не расклад, а просто обзор, я ему разрешила полежать. Здесь на скатерочке на столе. Даже возле свечечки. Сейчас вам покажу его. Видите, лежит, балдеет, смотрит. Так, погнали. Эта колода состоит из 36 карт. Карты оракулы метафорические. И, ну вот, все. Теперь он вообще занял всю территорию. Ай, как мне сделать-то? Сейчас, секундочку. Ну, давай, давай так. Только дружочек меня по тебя не подпалит тогда. Раз уж ты у нас тут решил территорию занять побольше. Итак, здесь вот есть такая толстая книжка с описанием, с вариантами раскладов. Каждая карта подробно описывается. Вот, мы, конечно же, это читать не будем, мы это оставим на общие либо личные расклады. Да? Очень хорошая упаковка. Сразу скажу, здесь есть такое предисловие. Ступай в лес, ступай. Лес имеется в виду, вот здесь видите, надпись такая. Ступай в лес, ступай. Если никогда не войдешь в лес, с тобой никогда ничего не случится, и твоя жизнь не начнется. Кларисс Эстес. Достаем. Очень красочная колода, красивая. Колоду и просматриваем. Смотрите, вот такая вот яркая, классная рубашка. Напоминаю, здесь 36 карт, а здесь можно даже гранд-табло на этой колоде делать. Они у меня уже оттасованы, я уже их просматривала. Конечно же, я вообще каждую колоду, которую новую приобретаю, я всегда знакомлюсь с ней. Я с каждой картой разговариваю, я ее трогаю, считываю. Поэтому они тут у меня не по порядку. 19 номер. Такой конь-огонь. Да, у кого какие ассоциации возникают, смотрите, грива золотая, да, такая. А 21 номер, вот такое вот болото, да, тут ведьма. 26 номер, влюбленная пара на ковре-самолете. Для регрессии, кстати, у меня сразу же стрельнула эта идея. Очень хорошо считывать регрессии. Ну, я помимо того, что я таролог, я еще и регрессолог, кто знает. Клубок. Да, клубок жизни, клубок событий. Угу. Кувшин, смотрите. Ну, здесь есть такая поговорка: стакан наполовину полный или стакан наполовину пустой. Здесь кувшин. Да? Вот видите, ровно половина сосуда наполнена жидкостью. Кто как его считывает? Да? Кто полным наполовину, а кто наполовину пустым? И такая классная русская печка. Смотрите, такое тотемное животное, волк, который, вот видите, под ним дом, облака, вот он сверху охраняет, да, селение тут или дом. Ну, такая вот лиса у нас тут, сразу же темный лес предстает, фонарики, какие-то светлячки, да, то есть либо ложный путь, из которого все-таки можно выбраться, да, в темном лесу, потому что все-таки тут на заднем фоне есть еще светлые такие тона, вот, либо, видите, она в профиль, вот такая, в накидочке, в такой, да, вот, либо ты совсем-совсем заплутаешь, все зависит от тебя, заяц, скоропалительные какие-то действия, решения, мышки, с одной стороны, видите, мышка притащила тут урожай, а с другой стороны, она одна и в домике, и вот мне идет энергетика, что карта положительная.
Скатерть самобранка. Смотрите, как классно здесь представлено. Тут и рыбка, тут и лучок, тут и морс, тут и вот мухоморчик. Кстати, знаете, что мухомор — это вообще штука очень полезная. Убили чай с мухоморами? Вот попробуйте. Лето наступает. Попробуйте посушить и заварить. Чтобы отравиться мухоморами, я вам сразу скажу, нужно 5 килограмм съесть. Надеюсь, 5 килограмм вы не будете есть. Да. Будь дороженька, да. Такая вот вьется. Вот окошечко такое. Классная, да, кошуля. Сразу считывается энергетика ласки, любви, понимания, да, ну и связи с тонким планом. Что-то скрытое и тайное, сова в дупле, да, выглядывает на берегах этого темного леса. Девушка-красотка, которая, видите, чешет свои волосы и смотрит вдаль, ну, расчесывает волосы гребнем, да, ухаживает за собой, любовь к себе символизирует. Здесь смотрите, какая интересная карта. Так, сквозь время и пространство, видите, часть материализуется, часть женщины, да, а часть пустоты, то есть, ну, так скажем, двоякость личности, да, возможно, символизирует. 25-я карта. Ну, я не знаю, если бы это был Ленорман, это был, наверное, бы клевер, а здесь вот какие-то такие цветы сказочные, вообще суперские. Два зайки на лужайке, молочные реки, кисельные берега, да. Ни о чем не напоминает. Вот, Миша Медведь ждет в гости, да, с чаем. Колодец — это карта чего-то глубокого, конкретного, долгого. Лягушка такая, видите, она красная. Царевна лягушка, потому что тут лежит корона отдельно, но корона отдельно. То есть символ такой, что все обманчиво, да. Принцесса может и в шкурке лягушки находиться, допустим, да? Такой вариант. Ну, а тут какой-то сказочник у нас. Ну, он на деда не похож, да. Ну, видите, он такой мужчина какой-то, ну, типа ученого, что ли. Тут у него и книги, и заяц, и яйцо. И сзади вот у него какие-то сундучки, да. Просматривать. Надо будет посмотреть значение. И, честно говоря, я еще книгу не изучала. Вот. Еще одна кошечка, но это на пороге. Это гость. Еще одна мышка, которая разбила золотое яйцо, уже другой символ, да. Яблочко на блюдечке с золотой каемочкой. Ну, бабьяга тут вот такая классная, ведьма или бабьяга, как хотите называть. Но она симпотная, да? А вот, смотрите, какой интересный образ зависимости. Вот эта вот карта вам как? Что думаете здесь, да? Сколько веревочки не вится, да, а кончик всегда найдется. Трудиться надо с удовольствием. Тоже подходит. Здесь, смотрите, такой водоем замечательный, с лилиями, с птицами, со стрекозой. Вообще стрекоза — это символ легкости, богатства, благополучия, да, понимания. А здесь у нас после каких-то переживаний, видите, меч камни, а потом ручей, и лось там пьет из этого ручья. То есть о том, что рано или поздно сложности заканчиваются, да, и все становится хорошо, река жизни течет дальше. Это у нас кольцо, да, колечко катится по дорожке, то есть связь какая-то либо возобновляется, либо заканчивается. А мужчина тут у нас вышел с луком, стрелец этакий, да, павлин в таком интересном образе, жар-птица всего скорее это, да, как считаете? Вот здесь вот сам лес символизируется на этой карте с его плодами, с его цветами, но он все-таки темный, да, потому что тайны подразумевает. Здесь, видите, девушка символизирует изобилие, она играет на дудочке, все вокруг нее расцветает, да, она сосредоточена на своем занятии. Вот, ну и тут тоже из русской сказки «Не пей». С копытца козленочком станешь. То есть не нужно быть упрямым, да, когда есть много возможностей. Нужно только учиться их находить и считывать. Вот такая вот замечательная колода. Тайны старого леса. Еще раз повторюсь, смотрите, какие красивые рубашки. Ну что, ожидайте раскладов. Всего доброго.